Пятое, второе, пятое. У меня самый Мне плохой кажется, я уже коэффициент, наигралась, потому что друзья. в первом туре моя соперница не пришла. Это нечестно. Так, я играю Диняша. Не знаю, что за дева. А, Диана, наверное. Я играю с Дианой. Конь f3, e6. Так, c4. Спасибо, спасибо, все, кто радуется за меня. c3. Так. Вот здесь самое такое, что, блин, каждый тур, он прям такой сложный, ну, такой давайте нервный, бьем, и что ли, да? напряженный, потому что все девушки хотят выиграть. Передаю привет Мафане и Легиону. ДЦ. Так, Ира, теперь вспоминаю, как здесь играть. И Богдану. Е3, что ли? Всем передаю привет. Е3, Б5, А4, слон Б4, слон Д2. А6 съели. По-моему, Е3. Ну, Бетя. Бетя я тоже не передает помню, привет. Может быть, и не так. Мы с Бетей передаем привет всем. И Богдану, и Диана, Региону. Диана, пишет Диана. Да, все, Диана. И Яну. 4, слон d2. Идим, да, идим слоном. Опять. Я бью, b3. Да, все правильно, я бью, b3. Как сложно теорию вспоминать. b4 нельзя съем слоном. Поэтому черные делают ход. А, слон b7. Я bc, b4. И слон уходит на b2. Но это еще не конец теории. Слон d3 надо пойти, рокировку сделать. И вот здесь мне надо проводить ну, e4, такой у нас получился а Диане вариант. Нужно проводить пешки на ферзевом фланге. Ну, конечно, сюда лучше не впускать, да? Exclamation mark. Спасибо за донат, попозже посмотрю после партии. Ферзь c2. Конь f6 она хочет. Угу, еще добавим. Я пойду конь e5. Хочу пойти f3. Прогнать коня. Еще нужно вот это вот блокировать все дело, чтобы a4 нигде не двинулись. А, я ферзем, наверное, зря сюда пошла или не зря. Слона на c2 надо было ставить, чтобы пешки держать. Ферзь e8, да, ферзь e8 могут пойти. Ферзь e8, чтобы двинуть пешку на a4. Я пока пойду f3, конь d6. Да? Так, ферзь c7. f3. Входим. Ну, вроде как входим, да, f3. Есть? Конь d6, угу, c5. Коня. Вот насчет c5 я не знаю, ходить c5 или не ходить. c5, хотя c5 конь куда-то назад уйдет пока. Давайте пойдем. А я его... А, нет, я его грожу съесть, придется еще уводить коня? Если бы не было коня, то уже как-нибудь ну, слон h7 было бы. А может и не придется, может, да, друзья? Может, конь g4 пойти? А если я мы сначала сюда g4. Пойдем? Убили, перебой. Вроде нормально, конь да? g4, слон h7, король h8, уже g6. Давайте сначала сюда. Наверное, не очень. Хорошо, молодец, c8. Бью коня, бьют ферзя. Так, мы пока делать не будем. А конь на e8 собрался уходить. Ладно, если конь g4. Конь g4, слон h7, король h8. Ну, давайте какой-нибудь прямок, да? Так, что-то мне кажется, нет, не туда. e4 пока пойдем. Пойдем пока спокойно. e4. e4. Можно поиграть на проходные пешки, d5. Ну, d5 пока вообще невообразимо, как так провести. Ход d5, потому что черные со всех сторон защитили. Коня через c4 можно еще на b6 закинуть. Вот это интересно было бы. Ферзем. Куда уйти ферзем? В такое место, чтобы a4 хода не было. И b3, наверное, тоже. Да, если ферзь d2 отойти. b3. Как-то нас все давят и давят. Как ферзь d2, конь e8, я пошла конь c4.
А, ну я ни на что особо не напала. Ну, грожу на d6, грожу на b6. Там еще ход e5 надо считать. Слон h6. Если он согласен. Конь на b5 хочет пойти. Если я съем, съем и пойду ферзь d3, я нападу на ладью и конь под боем. И как спасаться? Кстати, а как спасаться? Наверное, а вот прямов сработал, да? Ферзь d3. Угу. Ладья под боем, конь под боем. А я фигуру проиграла. Ну что, заслуженно, да, я ее проиграла? И что, ничего нельзя сделать? Бетик, мне кажется, я выиграла фигуру, представляешь? Ну, расслабляться ни в коем случае нельзя. Неужели ничегошеньки нельзя придумать? Нет, ничего нельзя придумать. Да, жалко. Спасибо. Ну, здесь, по крайней мере, не время. Главное, процесс не победа. Ну вы кому это рассказываете? Здесь профессиональным шахматисткам, у нас здесь все профессиональные шахматистки, ну, практически. Им самое главное — это победа. Можно и без фигуры я пожить. 8. Немножко. А 4. Может, людей сюда встать? Конечно, криво ладья тут стоит, и не надо ладьей блокировать пешки. Ну, может, отыграем, да? Но уже поздно. Так. Всякое же бывает. Делаем профилактику. Я испугалась, что я зевнула коня, но я его не зевнула, слава богу. Хотя могла и отыграть, да, фигуру? Могла и отыграть, жаль, не заметила. Так, надо куда-нибудь ферзя. Может, на c4? А нет, то я все равно бы ее не отыгрывала. У меня зверь паника, я боюсь, что не зевнуть. Ну, давайте, чтобы вторжения не было. Конь e8. Конь ушел. Конь ушел. Пойдем, нападем на пешку. Защитим. Теперь защитил. Ладья b4. Вроде можно, ладья на h6, мы там выиграем ее обратно. Очень печальная новость. Мы выиграли. Жаль, ура, что это проиграли. Я вышла на второе место, но потому что многие еще не сыграли. Я зевнула. Не надо было на размены кислонов.